Жители одного из районов на севере Китая сегодня стали свидетелями того, как в небо поднимается гигантский огненный столб высотой более 30 метров. Как оказалось, пламя вспыхнуло после взрыва на местном газопроводе. А на то, чтобы потушить пожар, потребовалось около 5 часов. Именно столько времени выгорал газ. Причина случившегося пока неизвестная.